Камер видеофиксации на дорогах Камчатки станет больше. Власти надеются, что усиление контроля поможет снизить количество ДТП. К сожалению, количество ДТП у нас растет, и за этот год оно выросло по сравнению с прошлым годом на 7%. Президентом поставлена задача серьезно понизить ее. Мы интенсивную работу в этом направлении ведем. Главное, на чем мы фокусируемся, это увеличение количества комплексов автоматической фото-видеофиксации, которые позволяют повысить дисциплину вождения и являются ключевым, наверное, самым эффективным сегодня механизмом повышения дисциплины на дорогах и снижения смертности. Сократить количество аварий поможет также борьба с пьянством за рулем, считает Солодов. И здесь меры как профилактики, так и ужесточение наказания, которое должно носить неизбежный характер за езду в пьяном виде. К сожалению, именно это является существенным фактором, который вносит вклад в ДТП, особенно тяжелые и с летальными исходами. Это важнейшее направление, потому что по нему мы теряем ежегодно десятки жизней наших граждан. И, конечно, это наша обязанность выполнить задачи, поставленные президентом в рамках нацпроектов, и обеспечить безопасное дорожное движение на территории Камчатки. Добавим, что сейчас на Камчатке капитально ремонтируют трассу Морпорт-Аэропорт. На участке с 13 по 35 километр построят 4 полосы движения, а встречные потоки разделят барьерное ограждение. Ожидается, что принятые меры позволят сократить количество ДТП на объездной. По статистике, на этой трассе ежегодно случается множество аварий в результате выезда на встречную полосу.